לפני שאני מתחיל, אני רציתי לספר את החוויה שלי. Прежде чем я начну толкование, я хотел бы рассказать некое событие, которое произошло в моей жизни. Кен, עכשיו שמענו גם מליאון וגם כולנו חווים את זה כרגע. Мы сейчас слышали от Леона, и мы все это переживаем сейчас в нашей жизни. גם אני, מאז שזה התחיל, בעצם מאז כל הפעילות הזאת באוקראינה, שזה התחיל, המלחמה. Когда все эти события и война началась в Украине, אני גם, בוא נגיד, כזה, התחלתי כל הזמן לחשוב על זה ולדאוג, ובאמת, הלב שלי לא היה במקום. Я начал очень сильно беспокоиться о том, что там происходит, и все время мои мысли были там. Я очень беспокоился внутри, мое сердце было не на месте. לעשות את הפירוש הזה ישבתי אולי שלוש פעמים התחלתי לעשות אותו אבל לא הצלחתי. Для того чтобы какое-то сделать толкование на недельную главу я начинал три раза и у меня не получалось. כן, לא היו נכנסים לי מילים ולא יכלתי לקרוא ולהבין מה אני קורא, כי כל הזמן הייתי ככה בלחץ. Мне не хватало слов и я начинал читать сначала и я не понимал что я читаю. Я все время был в напряжении. כן, גם אתמול היה לי שידור ברדיו, אז גם אני עכשיו, תשאלו אותי מה דיברת, אני גם לא זוכר מה דיברתי, כי היה כל זה במשך, עם הלחץ הזה. И вчера у меня был прямой эфир по радио, и я даже не помню сейчас, о чем я там говорил. Если вы меня спросите, я не вспомню. אבל הגיע שבת. Но пришла суббота, пришел שבת. והבנתי שאני חייב להיכנס לשלום. И я понял, что я обязан зайти в мир, зайти в шалом. Кедей ше ие би шалом. Для того, чтобы я сохранял этот внутренний мир. Кедей ше ани ухал лавир эта шалом азе ала. И для того, чтобы я мог переносить этот шалом, передавать его дальше другим людям. Аз мяз ше нихнасти ла шаббат, бецем кибалти шалом, ани נרגעתי והבנתי שבשלום הרבה יותר טוב להתפלל, בשלום יש הרבה יותר אמונה, בשלום יש הרבה יותר תקווה, בשלום יש הרבה יותר פתיחה לאלוהים. И когда я зашел в этот мир, когда мое сердце успокоилось, я понял, что в этом мире, когда ты сохраняешь этот внутренний шалом, ты гораздо более спокоен, ты гораздо более уверен в Господе, у тебя больше веры, ты открыт для слышания слова, ты гораздо более уверен в Боге, в которого ты веришь. Амин. Туда. В парашат шавуа в Икаэль. Мы сегодня толкуем недельную главу. Вейкаэль, чтобы собрались. Чтобы собрались. Или собрал Моше, бецем кейл эт кола кейла. Моше собрал всю общину. Кен. То есть это смысл. Вешам уомер давар меод 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 хашув. И он сказал очень важное слово. את רוצה לקרוא? זה מפסוק חמש. מפסוק חמש זה מתחיל מ... Это с пятого стиха. מתחיל מפה. 35 глава исход. פסוק חמש. С пятого стиха. Соберите пожертвования для Господа. Пусть каждый, кто желает, пожертвует Господу золото, серебро или медь, голубую, пурпуровую или багряную пряжу, тонкий лен или козью шерсть, дубленые бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовоние для масла помазания и для воскурений, камни шохам и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы красить ими эфод и нагрудник. Моше מצווה לעם לאסוף תרומה. Он, Моше, как бы обязывает свой народ делать пожертвования. ואני רוצה להזכיר לכם לאיזה עם הוא פונה. И я хочу напомнить вам, к какому народу он обращается. ולאיזה תנאים הם חיים באותו זמן. И в каких условиях они проживают в это самое время, в которое он обращается к ним. הם במדבר. Они в пустыне. אין להם בית קבוע. У них нет постоянного дома. Квар арбе зман эм бемаса. Они очень долгое время находятся в каких-то путешествиях, переходах. В эта категория של אנשים האלה אפשר להגדיר כזקוקים.
эту категорию людей можно определить как нуждающиеся. להשוות לבן אדם, נגיד, עשיר, שיש לו הכל. Вся обстановка вокруг них, все те условия, в которых они находятся, они прям кричат о том, что они нуждаются во всем. У них нет ничего постоянного, фактически у них ничего нет. ובוא לא נשכח שהם לא מזמן היו עבדים. И давайте не забывать, что не так давно они еще были рабами, к тому же. ולאנשים האלה משה פונה ואומר, תביאו תרומה לאלוהים. И вот именно к этим людям Моше обращается и говорит: «Принесите жертву Господу, пожертвуйте». И мы продолжаем читать 35 главу с 20 стиха. «Сыны Израилевы разошлись, а затем каждый принес, что ему сердце велело, и что он желал пожертвовать Господу. Все нужное для шатра встречи, для служения в нем и для священных одежд. Пришли все, кто хотел, и мужчины, и женщины, и принесли золотые украшения, застежки, серьги, кольца, ожерелья». אז אנחנו רואים שהגיע, כל אחד הגיע. И мы видим здесь, что все пришли. וכל אחד הביא לפי מה שלב שלו נתן בנדיבות. И каждый отдавал по желанию, по желанию своего сердца. ושם היו, כמו שקראנו, גם נשים וגם גברים. И там было, как написано, и женщины, и мужчины. וכל אחד הביא תרומה לאלוהים. И каждый принес пожертвование. אני שוב פעם מזכיר, זה לא אנשים אוליגרכים שיש להם המון כסף והם תורמים ככה על שמאל וימין. Я еще раз вам хочу напомнить, что это не богатые люди, это не олигархи, которые могут жертвовать направо и налево. ועוד אפשר לומר, כן, הם במדבר. מה הם צריכים בכלל? זהב ונחושת וכסף? הם לא משתמשים בזה, לכן הם נתנו את זה למשה. Можно, конечно, сказать, что им там нужно в этой пустыне, зачем им там нужно серебро, золото, медь, зачем? Поэтому они и принесли это все. אבל תחשבו שזה אנשים שלפני תקופה קצרה היו עבדים. Но подумайте о том, что совсем недавно все эти люди были рабами. אלה שלא היה להם מספיק לאכול. Теми, кому даже покушать иногда было недостаточно. Теми, кто очень тяжело работал все время для того, чтобы хоть что-то заработать. Да, конечно, написано, что когда они выходили из Египта, египтяне дали им много золота, серебра и меди. אבל בן אדם של היום, הוא היה לוקח את זה והיה שומר את זה ליום השחור. Но современные люди, например, взяли бы это богатство, которое им было дано, и припрятали бы это на черный день. כן, בשביל מה לתת עכשיו? Зачем же отдавать сейчас? אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד שלנו. Мы не знаем, что будет с нами завтра. אם יהיה לנו שם בית. Будет ли там у нас дом? כמה זמן עוד ללכת במדבר הזה? Сколько мы будем скитаться по этой пустыне? ומה עוד מחכה לנו בעתיד? אנחנו לא יודעים. אז בוא נשמור את הכסף הזה ואת היוקר הזה אצלנו. אולי אנחנו נצטרך את זה. Мы вообще не знаем, что с нами случится в ближайшем будущем, в далеком будущем. Где мы будем, что с нами будет. Так давайте припрячем это, припрячем на для будущего. כן, ותחשבו על גם זה שהם היו אוכלים כל הזמן סלבים ומנה. И давайте не забывать о том, что они все время ели. Они ели ману и... Перепела, словим. Перепелов. כן, אלוהים היה נותן להם את כל מה שהם צריכים וזקוקים. Да, Господь давал им все то, что им нужно было. אבל זה לא כל כך פשוט לאכול אותו אוכל כל הזמן. Но это вы прекрасно понимаете, что каждый день одна и та же еда, это не так просто. אני אספר לכם סיפור מהחיים. אני עבדתי בסטודיו לצילום. Я хочу рассказать вам небольшую историю своей жизни. Я работал в фотостудии. Видеостудия. Видеостудия. ושם, студия היה בתוך הבית מלון. И студия находилась в гостинице. והיינו אוכלים ארוחת צהריים במלון. И мы обедали там в гостинице. היו נותנים לנו. והיה שם
שפע של אוכל, היה כל הסוגים של אוכל, עשרות סוגי אוכל. То есть для нас эти обеды были бесплатные, и они были очень богатые такие обеды, нам там были сотни видов всякой еды и очень вкусные. Десятки. Десятки. Сотни, может быть, я ничего не сказал. אבל אחרי תקופה קצרה, אולי חצי שנה, и после небольшого промежутка времени, שכל ארוחת צהריים אכלתי במקום הזה ואותו אוכל, למרות שיש שם המון, и когда вот ты постоянно ел одни и те же обеды в этой гостинице, несмотря на то, что там этих видов еды было много, но ты ел одно и то же. וכבר לא יכלתי לראות ולאכול את האוכל הזה אחרי בערך חצי שנה. После где-то полугода я уже не мог смотреть на эту еду. וכל הזמן הייתי שמח לחזור הביתה ולאכול אוכל של שלומית. И я очень рад был вернуться домой и есть вкуснейшую еду моей жены. כי היא מכינה כל הזמן משהו חדש. И она все время делала мне что-то вкусненькое, что-то новенькое. למרות שאמרתי במלון הזה היה אוכל טוב וטעים, אבל אחרי שאתה אוכל אותו הרבה, אתה כבר לא יכול להסתכל עליו. И несмотря на то, что еда в этой гостинице была вкусная, и я просто не мог на нее больше смотреть, потому что это было одно и то же. ככה גם עם שלנו אוכל במדבר מן וסלבים. И также и наш народ, который ел перепелов и ман в пустыне. ולפעמים עובר שם ופה כבש של שכן. И иногда им попадались овцы каких-то соседей. Баруша там истакела лава, томер, вау, эх, эз, ахшав айти охел та кевес азы. И, конечно, они смотрели на этих овец, на этих баранов и думали, вот я бы сейчас съел этот баранин. Лигнова сур. Своровать это, конечно, запрещено. Эх, это локях ото, это коне, это мшалем бемашу якар, безав, бенахошет, ве локях это мишахен, ве охел. И, конечно, что они делали? Они покупали этих баранов, и для этого они достаточно дорого стоили, они для этого должны были отдавать золото и серебро, которое у них было. כן, הסבר הפשוט הזה מסביר שהם גם היו צריכים את הנחושת ואת הזהב הזה, ולא ללא צורך הם נתנו אותו. Это просто объясняет, что даже в пустыне им необходимы были их золотые и серебряные вещи, которые у них были на данный момент. אנחנו ממשיכים לקרוא 36:3. Мы продолжаем читать 36 глава с 3 стиха. Они взяли у Моисея пожертвование, которое сыны Израилевы принесли для строительства святилища. Однако люди продолжали каждое утро нести все новые и новые дары. אנחנו רואים שאנשים אספו מספיק תרומה. И мы видим, что люди жертвовали достаточно. כדי לבנות את המשכן. Для того, чтобы построить жертвенник. וכבר משה אסף את כל זה ונתן לבצלאל ולאהב. И Моше забирал эти вещи и отдавал Бецалелю, Весалиилу для того, чтобы он строил святилище. אבל האנשים ממשיכים להביא כל בוקר תרומות שלהם למשה. Но люди продолжали жертвовать, и они приносили каждое утро все новые и новые свои дары. 36:5. И 36:5 стих. Люди приносят больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь. Дальше? Да. Моисей приказал объявить по всему стану, что ни мужчины, ни женщины больше не должны приносить пожертвования для святилища. משה אומר, תפסיקו להביא תרומה, מספיק לנו, אנחנו יש לנו מספיק כבר. И Моше им сказал, хватит, дорогие, у нас всего достаточно. זה אומר שהם הביאו את התרומות האלה באמת מנדיבות, והם רצו לשרת לאלוהים עם זה. И это мы видим в этом, что люди приносили дары на самом деле в изобилии от широты своего сердца и принесли достаточно. לפעמים אני כועס על מצב שאיזושהי ילדה בת 14-13 רוקדת בטיקטוק ומרוויחה מיליונים. Иногда меня немножко злит то, что некоторые девочки 13-14-летние танцуют, выставляют ролики, где они танцуют в ТикТоке и зарабатывают на этом миллионы. מכירים אותה, מזמינים אותה.
И все ее знают, она такая известная, везде ее приглашают. Мешалмим ла арбе кесеф ле офаот. Платят ей большие деньги за какие-то представления. Вепо ата осе ширут ле Элоим. И а тут ты тут служишь Господу. А באמת עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, יום שלם אתה משרת, עוזר לאנשים, מתקשר, עושה שידורים, מלמד אותם, משקיע את הזמן האישי שלך, ובמקום נגיד להיות עם משפחה, עם ילדים שלך, אתה נותן את כל מה שאתה יכול לאלוהים. И а тут ты вот служишь Господу от всего сердца, ты даешь все, что ты можешь, ты жертвуешь своим временем, ты отрываешь его от своей. Их нуждах, ты постоянно в работе. Вот кола зман цехла скирла нашим, тавиу трума, тавиу трума, тавиу трума. И все время ты должен напоминать людям, принесите дары свои. Вот лора кла скир, ве гам лазбирла им, что зе олех лезе, анахну цехим эт по, ве анахну зе закук безе, ве еш кол мине отцаот. И мы должны все время напоминать, вот эти деньги ваши, которые вы жертвуете, это идет туда, это идет сюда, есть у нас такое служение, мы должны помочь тому, мы должны вот сюда вложить. Ам Исраэль бамидбар, меви, вемеви, вемеви, вело шоэл, леан зе олех, вематай лавсик лави, эмеви у кол бокер. И народ в пустыне, народ Израиля в пустыне, они не спрашивали, куда идут наши дары, куда идут наши деньги. Они приносили и приносили и приносили и приносили. ואתם יודעים מה? Элоим מאוד אהב את זה. И Богу это было очень угодно, он очень, ему это очень нравилось. איך אנחנו רואים את זה בתורה, בטקסט הזה, עכשיו אנחנו נראה משהו מאוד, מאוד מעניין. И мы сейчас увидим в Торе что-то очень интересное на этот счет. לדוגמה, בפסוק, בפרק 36, בפסוק 6, в 36, в 36 главе, в 8 стихе. פסוק בעברית מתחיל ויעשו. На иврите этот стих начинается «и сделают». Килу Элоим месапер, оше Тора месаперет ала каал берабим. И как будто бы Писания говорят об общине в множественном числе. Ахарках, ледугма ми пасук 13-14. Но потом с 13-14 стиха. Эсбер азе матхил ми милим ваяас. Дальше это объяснение идет со слов ваяс, поне баяхит, как один человек сделает. Кен, аз бецем маасе азе шеем асу афах отам ми эрев рав леам. Вот эти вот пожертвования, вот эти вот деяния, которые они делали перед Господом, они их сплотили и сделали их из множества отдельных людей в один народ. Леам эхад. В один народ, единый народ. ואנחנו רואים שמעשים שלנו וקיום מצוות שלנו הוא מאחד אותנו. И мы видим, что наши дела, как бы, которые мы совершаем вместе, они объединяют нас. מאחד אותנו גם אנשים עם אנשים, כלפי אנשים. Объединяют нас друг с другом, людей. ואותנו עם אלוהים. И также нас с Господом объединяют. והייתי רוצה לסיים בפסוק, בפרק מתיו, 6. И я хотел бы закончить с Матфея, послание к Матфею, 6 глава. Пасук Чайсре. Чайсре Адестрим Вейхат. 19-21 стиха. «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатство на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое». Аминь. Аминь.